Լամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ողջույն հարգարժան տիկնիկ եւ պարոնայք, առաջին լրատվականի եթերում Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Այսօր մեր քննարկումը նվիրված կլինի մի քանի թեմաների, մասնավորապես այն, որ Բաքվում մեկնարկել է COP29-ը գլոբալ համաժողովը, որը նվիրված է կլիմայական հարցերին, այնտեղ ինչպես տեսնում ենք առաջին օրբիտայի, ինչպես ընդունված է ասել պետական գործիչները, աշխատում են ներկայացված չլինել, երկրորդ, երրորդ օրբիտայի դեմքերով են հանդես գալիս առաջատար երկրները, չնայած այնտեղ են նաև որոշ հետխորհրդային առաջնորդներ, արևելյան Եվրոպայի որոշ առաջնորդներ, թուրքական աշխարհի որոշ առաջնորդներ, և այս ամենը տեղի է ունենում այն սպասման ֆոնին, որ Միացյալ Նահանգները Թրամպի օրոք հավատարիմ կմնան իրենց պատկերացումներին և ևս մեկ անգամ ուղղակի կարող են լքել այդ գլոբալ կոնսենսուսը կլիմայական հարցերի հետ կապված, այնպես ինչպես Թրամպը դա արեց 16 թվականին։ Բացի դրանից էլ Թուրքիան, Իրանը և Ռուսաստանը համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել Իսրայելի հարվածների դեմ, որ Իսրայելը հասցրել է Սիրիային շատ պարզ պատճառով, որովհետև հենց այնտեղից էլ հարվածներ էին գալիս Իսրայելի ուղությամբ, և որքանով դա կարող է պրոյեկցվել մեր տարածաշրջանի վրա, կա արդյոք այդ վտանգը, ինչպես դրան դիմագրավել, մանավանդ երբ Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանում խաղում է այլևս անթաքույս ձևով, արդեն հենց Ադրբեջանի, Ալիևի ռեժիմի միջոցով։ Այս և մի շարք այլ հարցեր, մասնավորապես Ռուսաստան և Ուկրաինա ընթացող այս պատերազմում խաղաղության այդ անհակ ձգտումը, որը դրսևորում է Թրամփը և նրա թիմը, և տարբեր հրապարակումներ են լինում ամերիկյան մամուլում, որքանով է դա իրատեսական, ի վերջո ցանկանալ կարելի է ամեն ինչ, բայց դրա համար պետք է համաձայնություն բոլորի միջև, և կա արդյոք իրական հիմք այդ համաձայնության համար։ Այս և մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Наш сегодняшний гость из Тбилиси, украинский эксперт, представляющий грузинский Центр стратегического анализа Владимир Капчак. Приветствую вас, господин Капчак. Спасибо, что приняли мое приглашение. Приветствую, уважаемые зрители. Приветствую, Рубен. Рад с новой встрече. Владимир, вот сегодня свою работу начал этот глобальный форум COP29 в Баку, предысторию. И вы, и наши телезрители знают, это в результате договоренности прошлогодней, в декабре, когда Ереван и Баку в двустороннем формате договорились о том, что Армения, Азербайджан дает согласие на то, чтобы Армения вошла в региональный совет по климатическим вопросам. Армения дала свое согласие на проведение этого форума в Баку. Но мы видим, что на данный момент представителей Армении на этом форуме нет. На фоне того, что ожидания Еревана не оправдались касательно гуманитарных вопросов. И мы после того, как в Америке президентом избран Трамп, мы из Баку слышим очередную порцию там угроз, ну, таких воинствующих заявлений, двойственных заявлений касательно перспективы подписания мирного договора.
Ну и еще мы видим очень такой большой уровень синхронизации всех этих заявлений с российскими имперскими хотелками в отношении Армении. Ваша оценка нашей региональной обстановки на текущий момент? Прошу. Ну, с чего бы я хотел начать, касаемо традиционной, классической повестки такого форума, как КОП, безотносительно того, что он проводится в Баку, но ему с временем, с обстоятельствами, с геополитической, военно-политической обстановкой в мире, если хотите, ему попросту не повезло. Он был обречен находиться в тени выборов, предвыборных логик в Соединенных Штатах, но не только, и глобальных тектонических изменений, вот конфликтов, которые уже идут, как я подчеркиваю, в рамках текущей Третьей мировой войны. Вот. И, на мой взгляд, здесь то, что и место проведения Баку, и Южно-Кавказский в широком смысле этого слова, и конкретно Азербайджано-Армянский трек урегулирования, который находится в тени всех остальных процессов, не устаю повторять, это скорее плюс для региона и для противоборствующих стран, я сейчас о Баку и о Ереване. То есть к чему я веду? Ну, понятно, вот если бы были, вот в прошлый раз, по-моему, в Дубае проходил КОП, если бы тогда была обстановка в мире такая, как сейчас, ну, я думаю, общий фон и общее отношение к мероприятию было бы, на мой взгляд, аналогично. Конечно же, накладываются региональные, то есть двухсторонние вопросы урегулирования на место проведения на Баку. Ну, по-моему, в прошлой программе, чуть больше, чем неделю назад, мы обсуждали, и все эти вещи подтверждаются. Ну, наивным было бы думать, чтобы на высоком или на любом уровне армянская делегация сейчас, в данный конкретный момент времени, посетила бы Баку в принципе, безотносительно вот КОП-29. Это как бы был очевидный факт, и логика «удивить нас можно только приятно», она не сработала, и, на мой взгляд, она и не могла сработать. Несмотря на весь этот информационный шум, информационное сопровождение, мне кажется, не синхронно и не в унисон, конечно, но одновременно ни Баку, ни Ереван не были заинтересованы видеть в данный момент сейчас армянскую делегацию в столице Азербайджана. Вот. Подчеркну, чтобы кто дальше не говорил и как бы это дело не сопровождал. Можно целую лекцию читать, почему сейчас, в конкретный момент, Никол Пашинян, исходя из внутриполитических соображений, с замахом на выборы, если я не ошибаюсь, в 26-м году, он очень быстро наступит, не сомневайтесь, не был заинтересован ехать. Точно так же, ну, помните, мы обсуждали там кейс освобождения сидельцев в азербайджанской тюрьме, отдельно выносили кейс Варданяна. Ну, в тот сжатый период времени, когда менялась администрация в Вашингтоне и меняется сейчас, ну, было бы наивным полагать, что вот так бы быстро это дело, скажем так, нашло какие-то общие точки соприкосновения. Это было бы, ну, на мой взгляд, удивительно. Вот. Поэтому я вот эти процессы рассматриваю сейчас весьма и весьма, ну, такие, ну, логика понятия самодостаточная. Да, я тоже цепляюсь за вариант того, как Баку получил этот форум, там единогласное голосование должно было быть, как в двустороннем, подчеркиваю, формате, неожиданно приятно или неприятно для кое-кого в мировой поездке стороны достигли соглашения. Вот за это я цепляюсь. У нас есть трек, который я достаточно комфортно уверен, получит свое развитие. Это так называемая Васкипарская зона и подписанные документы по делимитации и демаркации границы. Это будет развиваться на других регионах. Дальше, возвращаясь к информационной повестке, ну, Баку, Ереван, а также официальный Тбилиси сейчас обречены стратегически терпеть и на информационном поле. Ну, я скажем так, или молчать, или подыгрывать московской логике, которая с точки зрения мирного трека между Баку и Ереваном очень простая. Вот. Должно быть что-то подписано, должно быть подписано на нашей площадке. Вот сейчас, вот, ну, грубо говоря, ну, простите за такой цинизм, в переходной период в Соединенных Штатах, по переходящей администрации и так далее, ну, давать какой-то конкретный пас
американской стороне по месту подписания или формату подписания договора, но вопрос возникает, зачем? При том, что новая администрация Трампа каких-то резких телодвижений или запросов по этому поводу не выдвигает и не факт, что выдвинет. Это тоже эти условия нужно учитывать. Ну а дальше, ну, всерьез публичную или любую позицию, особенно публичную Российской Федерации, я всерьез оценивать на самом деле не готов, потому что, ну, я, например, не думаю, я знаю, что, например, посыл о том, что там недословно Москва категорически выступает за вот скорейшее мирное урегулирование процесса между Азербайджаном и Арменией, и поэтому просит не спешить с подписанием мирного договора, но это какое-то уже, ну, психическое расстройство, я считаю. Я даже знаю, что в Баку к этому относятся, пускай и не явно или не публично, а с кривой улыбкой. Как будет дальше, на мой взгляд, этот трек развиваться? Ну, главный базис для меня из позитива, негатив понятен, инфофон понятен. Главный трек для меня то, что две столицы, на мой взгляд, понимают всю степень вызовов и рисков, будучи вовлеченными, будучи инструментом, не рукой, а молотком, друг против друга, будучи вовлечены в какое-то противостояние, чтобы в угоду чьим-то интересам, региональных игроков прежде всего, которые здесь на местах на районе, и так далее, чтобы зажечь друг против друга что-то. Ну вот, вот этот момент, это понимание в двух столицах, на мой взгляд, ну, в моей логике вселяет определенный аккуратный оптимизм. Господин Ковчег, мы видим заявление из Москвы, одно из которых вы уже упомянули, это глава российской дипломатии, а точнее уже пропаганды на дипломатические темы, лучше сказать, потому что дипломатии там уже не осталось. О том, что, ну, для того, чтобы в регионе был мир, нужно, чтобы мира не было. Это вот перевод, да, сказанного им. Это раз. Во-вторых, есть такое интересное ведомство России, как служба внешней разведки. Его руководитель, известный своими банными связями с владельцами московских рынков из Азербайджана, Нарышкин, выпустил такой омерзительный текстик о том, что под воздействием США Армения совершает национальное самоубийство. И опять-таки то, что вооружается, это плохо. О том, что трехсторонние договоренности, они важны только на этой основе, можно и Ереван не идет на них, это тоже плохо. И мы видим, я не знаю в Баку, кто с какой ухмылкой к чему относится, но официальный Баку этим вторит. Причем, да, немного в другой словесной упаковке, но суть одна и та же. Опять-таки, претензии к вооружению Армении, хотя всем абсолютно очевидно, что это оружие имеет лицензию конечного пользователя с оговорками на использование только в оборонительных целях и на международно признанной территории Армении. Во-вторых, по коридорам мы, опять-таки, с азербайджанской стороны ничего конкретного не слышим. Сегодня Байрамов заявляет о том, что да, там практически основные вопросы урегулированы, я не хочу вдаваться в цифры, он говорит. Но там есть еще вопросы, которые мы должны еще согласовать. И будет ли договор до конца года или не будет, зависит от Армении. Ну, извините. Как вот это перевести с дипломатического на простой русский, на котором мы сейчас общаемся с вами? Прошу. Очень тяжело анализировать всерьез, потому что там как бы все понятно, и переводить на великий могучий язык любые заявления товарища, упомянутого вами, известного как позывной джихадист. Ничего нового он не рассказывает, вот, потому что посыл его
вот состоит в том, что если вы вдвоем, Баку и Ереван, договоритесь, вот, то кары небесные постигнут. Ну, сейчас считается, что только Ереван, но межусрок считается, что обеих. Как-то так. В сильной позиции, понятно, сейчас Баку в рамке «не дразнить Москву» наиболее субъектен, если это слово уместно. Поэтому я считаю, и такой соответствующий информационный фон мы и наблюдаем. Но что касается трехстороннего формата и трехстороннего соглашения, на которое опирается и господин Нарышкин, и не только, но они же сейчас оперируют только 9-м пунктом известной трехсторонней бумаги от ноября 2020 года. Это понятно. Понятно, кто какие вопросы, и кто какую дорогу, и контроль над ней сейчас резонирует. Но если мы возвращаемся из формата не шашечек, а ехать, именно Баку все сделал в своих интересах и сделал весьма и весьма эффективно, что остальные 8 пунктов перестали работать. И это очень хорошо и правильно. И с точки зрения интересов Азербайджана, и с точки зрения дальнейшего двухстороннего мирного процесса. Это тоже правда, поэтому то есть, вот эти все разговоры сужены вокруг известной мигринской дороги, вокруг контроля над этой самой дорогой, без которого якобы без российского контроля над которой мира в регионе в принципе быть не может. Ситуативно, подчеркиваю, информационно все прекрасно понимая, официальный Баку готов в этой логике подыгрывать Москве. Но из последних заявлений информационных, ну уже, по-моему, от Джейхуна Байрамова, зрители меня поправят, если что, ну вот буквально на момент нашего разговора, звучало уже без там 80%, без 90%, без количества там 13 из 16 и так далее пунктов, что практически все согласовано. Угу. Практически все согласовано между Баку и Ереваном для подписания, чтобы там чуть ли не до конца года, чтобы было подписано в том или ином виде бумаг. Но тут опять же, на мой взгляд, очень интересный момент. Но поверьте мне, все прекрасно понимают и в Ереване, и в Баку, что требования, вот, например, к армянской стороне по изменению в Конституции, они носят формальный характер, да, удобный, да, объективный, да, который можно заигрывать и на котором можно танцевать и так далее, справедливый как угодно, но все-таки формальный характер по оттягиванию этой бумаги, я говорю, по изменениям в Конституции и так далее. Несмотря на то, что тот же Никол Пашинян говорил и другие официальные лица из Армении, что там будет референдум в 27-м году, советую авторство Рубена Миграбяна на нашем портале найти материал по толкованию армянской стороны вот вопросов Конституции, которые вот эти пояснения, изменения, утверждения отсутствия территориальных претензий через парламент. Вот. Но этот вопрос самодостаточный, чтобы считать претензии формальными. Mm-hmm. То есть на самом деле они носят другой, гораздо более шире и более глубинный характер, о котором мы сейчас говорим. Я просто сейчас хочу сказать, что сколько бы я лично не выступал за подписание этой бумаги с двумя подписями, а не тремя, как хочет Нарышкин, вот сейчас неудобный момент, момент выжидания, и я, например, не представляю сейчас, чтобы администрация Дональда Трампа в лице его или в лице персоналей, которые сейчас назначаются, или публично, или хотя бы неформально включилась вот как в площадку, как медиатор и модератор в подключение, подписанию именно конкретной бумаги. Вот я не вижу этой рамки, в ближайшем будущем, там, грубо говоря, до конца января следующего года. Поэтому в тот момент, в который мы сейчас находимся, здесь скорее следует ожидать отношения, не демонстрации, а отношения Вашингтона к тому формату, что три страны, три столицы Южного Кавказа де-факто находятся в зоне российских интересов, если так сказать, при крыше китайской стороны. Вот из этих моментов надо исходить. Вот. Теперь, что касается вооружения Армении. Я не устаю повторять уже, наверное, месяцами, если не больше. Проблема здесь не в том, что Армения вооружается. Другой функции глупо было бы ожидать. И опять же, в том формате, как это происходит, когда Российская Федерация не хочет, не хочет, потому что не может. Даже реализовывая заранее подписанные контракты с Арменией из-за известной ситуации на украинском фронте. Но любая страна бы реализовывала свой оборонный бюджет в рамках программ закупка и развитие вооружения. Примерно на постсоветских странах я занимался этим вопросом, он даже называется одинаково. И то, что рынок
понятно, что это политическое решение, а рынок вооружений, он весьма и весьма, скажем так, скомплексованный. Там не так много поставщиков, и в Армении это просто режет ухо и глаз, и все остальное, что все там десятки лет замыкалось на Российскую Федерацию. Вот я здесь вижу обратную проблему, то, что неопределенно ведет себя представители Запада. Как сейчас поведут себя Соединенные Штаты при Трампе, мы подождем. И следующий момент, ну, насколько гарантии за системы вооружений и так далее, поставляемые в Армении, насколько это будет влиять с точки зрения политического влияния и гарантий о режиме Никола Пашиняна и читай Армении вот в этих всех замахах, в региональных раскладах. Потому что то есть, и развороты, и имитации разворота, на мой взгляд, со стороны официального Еревана зависят именно от этого. И что бы кто ни говорил из Баку, из Тбилиси сейчас, из со стороны региональных игроков и так далее, если бы Армения нашла здесь субъектность, не имитацию субъектности, а нашла ее, это было бы в интересах всех наших стран Южного Кавказа. Да, риторика была бы яркой, там, грозной и так далее, но все бы все понимали. Потому что я сейчас, например, не вижу вот разговоры о том, что Азербайджан сейчас, проведя КОП-29, нападет на Армению, потому что об этом просит Москва, или там московско-иранский тандем. Для меня это абсолютно то же самое, что сейчас, вооружившись там французско-индийскими вооружениями, Ереван пойдет отвоевывать Кельбаджар. Для меня это, ну, звенья одного информационного порядка, который ничего общего, подчеркиваю, не имеет с реальностью на земле и с намерениями обеих сторон. Вот так я вижу этот процесс. А подыграть Нарышкину, ну, в заявлениях, ну, интересно, тасуется колода карт, вам ли этого много лет не знать, кто что о чем может заявлять, а как оно все дело обстоит на самом деле. Я жду логики, удивить нас можно только приятно. Потому что я уже наблюдаю за, вот скажем так, и после ноября 2020 года, главный период. Но чем больше тишины, тем потом больше это дело перерастает в перестрелки. Чем больше агония беспрецедентная в информационном плане, как под заказ, там, не столько зеркально, но понятно в чьих интересах, тем потом внезапно вылазят позитивные вещи, за которые хочется цепляться и дальше развивать. Вот я вот в такой уже, извините за неаналитическую рамки сейчас обсуждаю. Обязательно почему-то после позитивного шага, как с получением Азербайджана, благодаря или вследствие двухсторонних контактов с Ереваном, с освобождением части там пленных и так далее. Вот был получен этот самый КОП, потом мы имеем прецедент в районе Джевана, да, вернее Газах-Тавуш и так далее, регионов. Сразу после этого идет какое-то тотальное нагнетание, ну, ждем в очередной раз какого-то позитивного правила. Ну, так я смотрю на эти процессы, извините за эмоции. Господин Капчак, обо всем, что мы говорим, над всем этим абсолютно очевидно, что главным тормозящим фактором является вот нависающая над всем этим процессом мрачная тень путинской России. И далеко не праздный вопрос, как поведет себя Россия дальше, особенно на фоне тех разговоров, которые мы читаем, слышим, видим в западных средствах массовой информации касательно дальнейшего хода войны, которую Россия развязала против Украины. Потому что окно возможностей, которое открыто перед южнокавказскими странами, оно обусловлено именно тем, что вооруженные силы Украины крошат зубы этому монстру. И вот прекращается война, то тогда Россия чувствует за собой. Это не означает, что Россия отказывается от своих имперских намерений. Ни в отношении Украины, ни в отношении других постсоветских стран. Но тогда Россия может почувствовать за собой свободу рук и бросить свои щупальца дополнительные на шеи всем постсоветским странам, в том числе и на Южном Кавказе. Как вам видится такая перспектива и что с ней делать в таком случае? Прошу.
Ну, неопределенность даже варианта заморозки. Не слушайте, вот сейчас у нас в свете переизбрания или переизбрания Трампа, не слушайте, пожалуйста, постарайтесь не утонуть в смене тумана прогнозов по заморозке ситуации Конечно. На украинском фронте. Где ваша логика мне понятна и релевантна? Почему? В нынешних условиях комфортнее всего практически, можно сказать, в сравнении с другими регионами, пардон, постсоветского пространства, Российская Федерация сейчас себя чувствует именно на Южном Кавказе. И здесь нет никакого диссонанса и противоречия с тем, что ее возможности на земле очень-очень сильно провисают. Потому что ее вот такая уверенность или распространяемая уверенность на регион является предопределяющим моментом, когда три столицы вынуждены стратегически терпеть. Я очень это о многом говорю. Сейчас, если взять, если считать, что этот водораздел состоится, грубо говоря, глобального противостояния между Вашингтоном и Пекином, ну, география и математика не на пользу Южного Кавказа. Перепрыгивая, опять же, кто о чем, вот, никаких надежд на том, что Китай станет какой-то альтернативой кремлевским амбициям в регионе, на это надежды это нет. Не серьезно. Китай будет продолжать, это не серьезно. Китай будет, наоборот, очень комфортно чувствовать и поддерживать этот баланс в мою пользу так называемого силового посредничества со стороны Кремля, которое никоим образом не будет угрожать дальнейшим экономическим и каким угодно интересам Китая. Азербайджано-армянский трек переговоров мы уже, ну, весьма и весьма, пускай сумбурно, но детально разобрали. Вот, и Россия точно так же себя весьма и весьма уверенно чувствует на грузинском треке, когда, ну, чего достигла грузинская власть именно в кремлевской парадигме? То, что она, да, победила, она собирается стать легальной в ближайшее время, середина декабря и так далее, будучи абсолютно нелегитимной среди большинства грузинского общества. Это понимают все лагеря противостояния в Грузии. И это джекпот для Москвы, потому что это автоматически означает пребывание при власти в максимально ослабленном состоянии и, соответственно, зависящем от Кремля состоянии власти в Тбилиси. О чем я говорю? Давайте рассмотрим трек. Уже отошло на, абсолютно... Ну, декларируя победу, грузинские власти ничего не говорят о каких-то реинтеграционных процессах, замахах с оккупированной территории Абхазии и так называемой Южной Осетии. В ответ, вместо того, чтобы давать пасы в поддержку и победившей, да, в кавычках, власти и так далее на этом фронте, что мы слышим из Москвы? Что буквально завтра, очень срочно, нужно Тбилиси, и Москва очень сильно ждет в этой конструктивной политике по отношению к Москве со стороны официальных властей, очень сильно ждет делимитацию, демаркацию, будь они неладны, эти слова в данном треке, в отличие от армяно-азербайджанского, между Грузией и Схинвальским регионом, и Абхазией и так далее. Независимыми государствами, да? Независимыми государствами, конструктивно, давайте сделаем. Все эти мантры спускаются, при этом про открытие дороги в интересах 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, когда люди бродят на Руставели, когда, пускай и пока выглядящая импотентная грузинская оппозиция пытается найти коммуникации с улицей и так далее, Москва действует очень и очень жестко, потому что чувствует себя комфортно. Вот, работает логика, от вас услышал впервые, роялти вам, что они же работают в какой логике? Что бы ни происходило в Украине, вот на вас или на нас, вот я сейчас про Армению, Азербайджан, а про нас, про Грузию, у них всегда ресурсов хватит. В этой логике они продолжают действовать. Вот. И как это дело вывернет? Понятно, что у Украины, ну, самодостаточный мотив сохраниться как независимое государство и победить. Но напрямую ситуация зависит от развития на украинском фронте и как это пошатнет путинский режим, конструкцию путинского режима без смены вывески в этом глобальном противостоянии между Вашингтоном и Пекином. То есть тут это не фигура речи, это как есть. Другое дело, что новое статус-кво, которого, подчеркиваю, ждут во всех трех столицах, оно пока не просматривается в ближайшей перспективе. Не слушайте никого, что вот сейчас будет подписан мир, заморозка и так далее. Не будет этого всего.
Вот. Забываем всю предвыборную логику Трампа и его команды, что за 24 часа, вот я подчеркиваю, невозможно не остановить войну или войны, или заморозить украинский фронт. Ни в рамках 5-6 ноября, чего уже не произошло, и ни в рамках 20-25 января, грубо говоря, после инаугурации. Угу. Эта фаза только начинается, и, к сожалению, она для Украины будет кровавой и очень, скажем так, турбулентной для региона Южного Кавказа в своей безопасностной рамке. Господин Кавчук, вот да, мы отходим от предвыборной риторики Трампа и переходим на поствыборные, ну, в Америке, по американской шкале, скажем, на поствыборные реалии, с которым уже избранный президент или президент-элект Трамп должен работать со своей командой. И вот частью этих реалий является, ну, очень большая тревога и напряженность, которую, ну, просто прямым текстом выражают европейские лидеры, в частности, например, то, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон говорили по телефону и вызвались в последний раз попытаться переубедить Трампа, Байдена, снять ограничения на применение разных типов вооружения вооруженными силами Украины. Я не знаю, как это закончится, и вопрос мой не про это. Но мы видим очевидный тренд в европейской политике, причем, говоря европейская, я включаю сюда еще и Британию также, в том, чтобы усилить автономность европейского крыла Трансатлантического союза в вопросах обороны и безопасности. И мы видим также очевидное стремление европейцев усилить, увеличить поддержку Украины в военном, экономическом, финансовом отношении также. Это, собственно, то, что и Трамп тоже требует, да, говорит, расходы давайте распределять более справедливо, а не только оставлять нам. Как вам кажется, такая ситуация, как отразится на три страны Южного Кавказа, на ваш взгляд, как наиболее вероятная проекция, какой вам видится? Прошу. Ну, очень сложный диссертабельный вопрос именно в плане проекции на Южный Кавказ. То есть не самый плохой вариант будет, повторю, первый блок нашей дискуссии, если про Южный Кавказ ситуативно забудут. Я даже этот момент допускаю. И, знаете, вспоминают только в этапы возгорания, да, поэтому в случае этих воспоминаний не будет. Теперь, что касается, ну, послушайте, формирования новой администрации Дональда Трампа, мы сейчас просто в потоке каких-то сочинений, каких-то вбросов уже, я даже не знаю, опровержений, вбросов, сочинений, и здесь очень сложно разобраться. Ну, как я со своей колокольни с грузинского боевого дивана близкого вижу эти процессы? Ну, на мой взгляд, что будет важно? Насколько сейчас вот новый кабинет Дональда Трампа будет... насколько там будет соблюден баланс между семейными ценностями его и глубинным государством республиканцев, если хотите, со стороны Соединенных Штатов. Вот сейчас говорят назначение о Майке Волце, говорят о сенаторе Рубио и так далее, который с 14 по 24 год по отношению украинского трека кардинально меняли свои официальные заявления. Понятно, что последние из них развивались исключительно в предвыборной логике. Что касается переведения Европы на военные автономные рельсы, ну, кое-как после 22 года этот вопрос сейчас происходит в таких странах, прежде всего, как Польша. Дальше это Германия, Франция, за остальными будем наблюдать. И это тоже была инерция процессов, о которой говорил Дональд Трамп в свою первую каденцию. И здесь я, с одной стороны, если не будет разрушена руками Соединенных Штатов конфигурация НАТО изнутри, вплоть до ухода, а будет евроатлантическая общность сохранена, ничего плохого в этих процессах я не вижу. С точки зрения интересов Украины, проблема в том, что они очень-очень
медленные. Нам сейчас, как это, у нас задачи более прозаические, надеяться о том, что буквально последнее заявление Бореля, что миллион снарядов для Украины до конца 2024 года будет выполнен, и этот график будет поддержан и в 2025 году, это уже для Украины, скажем так, достижение. Теперь, что касается планов Трампа по замирению и так далее. Ну, смотрите, с одной стороны, я не зря сказал о семейном подряде, плюс Маск, от сына, от того же Маска сейчас в логике украинских интересов несется страшная дичь, с одной стороны. С другой стороны, всякие намеки, вбросы от формирующейся администрации Дональда Трампа, апокалиптические там отказы от Крыма и так далее, они всячески опровергаются. Ведется, на мой взгляд, сейчас кулуарная дискуссия, и, на мой взгляд, вопрос будет решаться в следующем формате. В Вашингтоне очень быстро поймут, что черно-белого кино, вспомним формулу Трампа или того же Венца, что одним предлагаем замириться по такой-то линии, иначе перестанем вам что-либо поставлять, а другим скажем, если вы на это не пойдете, первым поставим там чуть ли не звезду смерти и другие все вооружения. Понятно, что сейчас ситуация выглядит для Украины так, что давят на слабую сторону, которая кажется слабой и так далее. Но на администрацию Трампа, я опять буду говорить более приземленно, что повлияет. Кто вам сказал, что российско-иранско-северокорейский триумвират под ведомой крышей Китая будет играть на понижение или играть на деэскалацию с администрацией Трампа, в отличие от Байдена? Я, например, считаю, что будет абсолютно наоборот, потому что процессы запущены в 2022 году, в прошлом году, 7 октября, против Израиля на Ближнем Востоке. Все эти с вовлечением прямым и Ирана, и особенно Северной Кореи в войну на украинском фронте, их запихнуть сейчас эту пасту в тюбик геополитически уже невозможно в принципе. И на это придется реагировать Дональду Трампу. Вот. И это все будет зависеть прежде всего от глобального переговорного трека по линии Вашингтон-Пекин. Последний ведет эту войну, а не подстраивается под Соединенные Штаты, а не как-то реагирует. Вот где главный момент, на мой взгляд. И дальше уже, ну, по принципу курятника на все регионы, в зависимости от возгораемости, о важности глобального, эти процессы будут, скажем так, экстраполироваться. Теперь вот в завершение скажу такой следующий момент. Вот на момент нашего разговора сейчас буквально разобрали завалы в украинском городе Кривой Рог, где была убита семья, где была убита мать и трое детей, отец выжил. Это уже какое-то адское дежавю, третье и четвертое в нашей новейшей истории. Как вы думаете, без Украины в свете этих обстоятельств можно будут как-то решать этот вопрос или нет? Сейчас нет. Я абсолютно и категорически уверен, что будут удары по энергетике украинской с приходом холодов. Да. Сейчас нам пытаются рассказать сказку про серого, пардон, бычка, когда взлетели носители кинжалов, там Ту-95, МиГ-31, полетали, ударили только шахеды, они развернулись. Это якобы какой-то сигнал Трампу и так далее. Ерунда это все, на мой взгляд. Эти вещи постоянно приходят, разведка боем, если хотите, 2-3 полета, вскрытие ПВО, свои цели. И эти удары будут по украинской инфраструктуре. И в этих условиях Трампу надо будет помогать нам или нет, через своих европейских партнеров и так далее. Вот. Просто будет много беды, будет много крови, Украина будет тоже отвечать. Поверьте мне, украинцы готовят не только бобров там, или нептонов, которые известны. Вот. И этот момент тоже, ну, будут украинцы отвечать. Как ни крути. И куда выведет эта рамка, мне сейчас сказать достаточно сложно. До конца января ждать каких-то прорывных вопросов реальных на земле, на переговорном треке, выходя за рамки всего этого информационного поноса, но я бы не рекомендовал на это надеяться. Спасибо вам, господин Ковчак. Скорейшей победы и мира в вашей стране. Слава Украине! Спасибо, что приняли мое приглашение. Героям слава. Всегда рад встрече. Всего доброго. Ага, мы слышали мэр Горценкевича, украинский порцагет, վրացական ռազմավարական վերլուծության կենտրոնի փորձագետ Վլադիմիր Կոպչակին իր դիտարկումներով մեր տարածաշրջանում, նաև միջազգային հարաբերություններում
տեղի ունեցող վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ և իրադարձությունների հերքի։ Կարճ դադարից հետո կվերադառնանք մնացեք առաջին լրատվականի հետ։